Это робот-динозавр Плео в расширенной комплектации. В комплект входит, собственно, сам динозавр. У него цвета на выбор. Вот есть розовый, есть синий, зеленый. У него глазки открывают. Вот так вот выглядят глазки. Симпатично. Ну и вообще там открывается ротик, всякие датчики, температуры, движения, голос и так далее. Кроме этого, есть еще такая шкурка, одежда, если ему вдруг холодно, можно его одеть. Собственно, сам аккумулятор, на котором он работает, зарядка с разными адаптерами для разных розеток. Ну, понятно, что и для нашей российской розетки есть. Затем в комплект базового в том числе входят камень вот этот для игры, то есть он зажимает зубами этот камень, и вы тянете за нитку. Если вы выигрываете, он отпускает камень, то он немного расстраивается. А если он выигрывает, и вы отпускаете нитку, то он очень радуется. Камень для обучения, чтобы ему задать, допустим, научить каким-то голосовым командам. Это лекарство для лечения, если он вдруг поранился или приболел. И три вида питания. В зависимости от того, что он захочет, он либо будет это есть, либо отворачиваться. Здесь еще также карточка инициализационная для старта, для рождения его и для присвоения имени, как его будут звать. Потом в расширенную комплектацию входят еще вот такие камни. Значит, три обучающих камня, где есть игры. Можно обучить его разным играм, танцам и каким-то нормам питания. Затем три камня серии «Здоровая пища». Это листик пальмы, стебель тростника и кусочек льда. То есть, в целом, он сам выбирает, что он хочет кушать в данный момент, поэтому чем разнообразнее в целом он питается, тем лучше себя чувствует. Дальше есть еще несколько обучающих камней дополнительно. Это пение, считать можно его научить, и командам подходить к вам. И также есть еще одна дополнительная пища, это перец чили, грибок и листик кофейного дерева.